Основы. Пользуйтесь в бою окружающими предметами и снаряжением. Вам не обязательно идти в лобовую атаку на каждого врага. Вы можете незаметно прокрасться мимо опасных противников или застать их врасплох. Если вы все же решили драться, сначала выведи врагов из строя с помощью таких средств, как гипс-пушка. Это увеличит ваши шансы на выживание. Ну, только что уже получилось, как бы я и так справился. Теперь да. Угу. О! Теперь понятно, почему надписи тут нам писали обучение, подготавливали к этим вот врагам. Есть. Выдохся. Но я вовремя его добил. Хорошо справился. Отлично, я считаю. Центр телеконференции. Опа-на. Вот откуда взялся? Пистолет лежал, два пистолета, ну точно можно было сразу заметить, что что-то нечисто. Слушайте, у меня есть пистолет, это самое главное. Отлично. Пистолет с глушителем, стреляйте из пистолета с помощью левой кнопки мыши, перезаряжайте с помощью К. О, бежит. Тварь такая. Под стол такой зашифровался. О, ползет еще один. Вон там вот, я видел. Давайте подойдем. Где-то здесь сидит. Это ты? Нет, это не он. Пуль жалко. Патроны. Будем беречь. Ладно, если что, потом на каких-нибудь сильных монстров. С этими-то можно и так по-простому, в принципе, справляться, я думаю. Не знаю, где-то он здесь точно был. О-о-о. Ползет. Сволота такая. Смотрите на него. Что творит, а? Три выстрела на одного надо. Многовато будет. Патронов не напасешься на них. Зачем эти окурки? А, ну, скорее всего, это мы будем разбирать и получать из этого там, ну, что можно. Там бумага, табак, да? Какие-то. Ну, тут делится там органика, я заметил, пластик, еще что-то. Ну, это... Я чего-то узнает, на что можно использовать вообще. Окурок сигаретный. Это ж чистейшей воды мусор. Можно кинуть. Доктор Деврис... Обещает проводить его быстро и безболезненно. И потом стрельнуть. Я так понимаю, этот баллон нужен, чтобы принести в какое-нибудь место такое, знаете, проблемное. Потом в него шмальнуть, чтобы все взорвать к чертям собачьим. Так, я не знаю, у нас есть второстепенный квест, он по-прежнему где-то висит, но я не хочу его выполнять сейчас. Это надо идти вообще в обратную сторону, спускаться. Коли я уже здесь... Рядом с мастерской доктора этого. Тогда давайте уж до конца. Я боюсь еще что-нибудь пропустить интересное. Вот кожура, допустим. Это все на разбор пойдет. Так. Кто из них кто? Наверняка здесь половина предметов это эти мимики. Ух ты, запчасти. Отлично. Надо все необычное смотреть. Мне бы еще чертеж бы попался, было бы вообще хорошо. Чертежей что-то нет. Ладно. Паранойя. Это нормальный предмет. Так, можно починить, но я не умею. Увы, надо механику качать. Ну, там была такая. По сути, мы бы здесь восстановили тот, как его называют, аппарат, или как этот, который позволяет скрещивать предметы, разбирать. Так, намек понял. Намек ясен. Недаром нам этот пистолет дали, скорее всего, именно для этого. А что ты не взрываешься? Очень странно. Я не хочу его взрывать таким образом. Еще раз.
тебя туда засунуть, прямо туда подальше. А, да я так спокойно залез. Я тут давай химичить что-то. Эх, ладно, 3 патрона зря потратил, это целый мимик. Ну, придется одного мимика, значит, теперь убивать гаечным ключом. Я думаю, там завал такой специально сделали, через который я 100% не смогу пройти, и туда надо кинуть баллон, взорвать, и, ну, вы поняли. А тут все по-простому, я слишком, знаете, ищу сложности в простых вещах, ну, игра к этому обязывает, в принципе, здесь везде какие-то, я уже заметил, нестандартные вещи, нестандартный подход ко всему вообще. Какие-то, казалось бы, кожура бананная. Что с нее взять, да? А берешь и используешь в каком-то утилизаторе, получаешь какие-то предметы там. Вообще необычно. Так, давайте смотреть. Что там за... происходит? Что за чертовщина? Бой, нападение и засады. Нажмите С, чтобы незаметно прокрасться мимо врага и избежать столкновения. О, нажмите, чтобы избежать, а я это взял. Ну ладно. Меня как бы учили специально сейчас. Как этого избегать, да? А я... Нормально, ладно. Стелс еще тут не хватало. Не, не надо стелса, давайте встанем, уже нормально будем идти. Уничтожен, все отлично. Фойе. Никакого стелса. Будем так проходить. По прямой. Ух ты. Это же... телескоп, хотел сказать. Что здесь происходит? Где-то идет тварь. Так. Разводной ключ, пожалуй, не надо. У меня свой и так есть. Я думаю, даже разводные ключи никак не делятся. Там сильнее, слабже. Они все, наверное, одинаковые. 100% прям. Так, ну ладно, почитаем почту, пока здесь такая вот затишье такое. Слушай, я отправил Ларсена в демонстрационный зал. Может, ему удастся вынести оттуда бутылку старого Сардара. Не хочешь к нам присоединиться? Задержка демонстрации. Хоуп, хочу предупредить, что демонстрацию двигательной установки Артакс придется отложить. Она все еще в механическом цеху. Мы пытаемся устранить небольшие проблемы с калибровкой. Но волноваться не о чем, Франклин. Кто издает эти звуки? Такие, как будто бы еще и шаги тяжелые. Я буду кружкой отбиваться от них. Кто, где? Ладно, давайте посмотрим. На звезды. Все? Больше тут ничего? А изучить? Масштаб колесика мыши. Закрыть. Ага. Фрагмент астероида даже, ничего себе. Мощно. Космический лифт. А, так. Это что-то из разряда научной фантастики. Терраформирование Марса. Да не Марса, ага. А, это походу телевизор меня там... вводит в заблуждение, это, наверное, от него такие звуки исходят. Ладно, тогда что здесь? Обычная картонка. Давайте выключим. Лишний шум наводит здесь. Не очень причем такой вообще. Ух ты! По мусоркам полазить милое дело, причем собираем тут всякий хлам. Мимиков нет? Что за звук? Идет, я вижу его уже. Так, давайте этой пушкой сперва ему зарядим. Он прям тут где-то шел, я его видел. О,
Он то, наверное, в него превратился. А муж нет. Это что такое? Это ты, нет? Если вы разрушены, схема нашла новые инструкции. Зараженный какой-то этот. Мы с таким беседовали уже, кстати. Блин, да патронов не напасешься на таких. Не, надо обратно разводной ключ брать. Ублюдочный какой. Аккумуляторы зато какие-то дают. Я все думал на вот эту вот. Это я ее сам сюда шувырнул. Ё-моё. Все капает. Вообще звуки прям... Чё происходит опять? Такое ощущение, как будто бы со всех сторон кто-то ходит. Травмпункт все по-прежнему тоже горит у нас там. Второстепенная задача. О-о-о, мимик побежал. Угу, отлично. Вижу тебя. Нейромод зато есть. Я тебя видел. Ты где-то здесь, тварь, ты не спрячешься. Либо вот этот. Нет, это ящик просто. Опа-на. Ты откуда вылез? Ой, сволота такая. Бежим. Давай, нападай. Хорошо прыгаешь, умеешь. В окружную сразу берет. И не таких ломали. Справимся со всеми. Мастерская доктора Кельвина. 33 метра всего лишь, то уже рядом. Ой, не-не-не. Я думал, это от вас такие звуки исходят. Это нет. Груз? Ух ты, можно его прям брать, швырять, наверное, скинуть вниз. С большой тяжестью, с такой набушку кому-нибудь. В смысле? Ты кто такой? Я даже не знаю, что брать лучше. Он его сам это. Видели, как он себе сделал лестницу? Нам демонстративно показали, как это работает. Четыре патрона не хватит, думаю. Новый пропуск, отлично. Так, взять, выпить, давайте возьмем. Потом, если что, выпьем. Ничего себе, там лестницы какие делаются. Ну, не, мне вот это не нравится, что сейчас начнутся еще появляться всякие разные скрытые ходы. Я это не люблю вообще, это уже тест на внимательность начинается. Я не люблю игры, где требуется внимательность, где надо сидеть, по сторонам разглядывать, смотреть. Я с такой проблемой столкнулся уже и в этом, в самом, как его называют, в Deus Ex. Там тоже эти все вентиляционные шахты, с первого раза ты не заметишь все. Это постоянно глаз да глаз во все стороны. Так, ну здесь, скорее всего, надо вот этим завалить. Смотрите, как это хорошо работает. Так. Вообще неплохо. Еще мужик. О, отлично. Это что такое? М-заряд. М-заряд создает мощный импульс электромагнитной энергии. Он особенно эффективен против роботов, турелей и других субъектов, использующих электричество. Заряд можно бросить или прикреплять к неподвижным объектам с помощью левой кнопки мыши. То есть, по сути, это бомбы. Угу, все понятно с вами. Нет, верните мне ключ мой. Я к нему уже малость привык даже как-то. Так как знаете, монтажка была в Half-Life, так и здесь свое оружие похоже. Да тут вообще очень все похоже на Half-Life во многих вещах. Так, скорее всего, мне здесь надо создать такую же лесенку наверх и туда забраться. Либо здесь как-то попробовать. Вот только чтобы вскарабкаться. Я видел прям надпись. Во-во, карабкаться. Подождите, ну-ка еще раз. Куда я так направ... Во.
Ладно, не получится по-простому. О, отлично. Служебный лук. Атриум. Вон он стоит, негодяй. Вижу уже его. Как ты ушел? Ты здесь создаю технику для станции. Каким таким образом? Лабораторные приборы. Нестандартные детали. Прототипы. Мы сможем починить ваш терминал. Ого, он шустрый. В мастерской доктора Кальвина. Офигеть, он шустрый. И он по-прежнему где-то здесь. Почё-то замаскировался, походу. Изношенный провод? В смысле, что это такое? Психостимулятор, повышающий пси-потенциал. Восстанавливает 72 единицы пси. А почему вот так отдельно? Мне некуда ложить, что ли, получается? Ничего себе, барахла всякого понабрал. Ну, давайте выкинем, скажем, там, мусор какой-нибудь. Еще здесь моток проводов, давайте вот выложим. Вот так вот раз, переложим. А это сюда. О. Да, инвентарь, значит, еще имеет свойство заканчиваться. Я думал, вообще здесь бесконечно можно таскать все, что хочешь. Но не тут-то было. Где этот урод? Мне это больше волнует сейчас, в данный момент. Я же его не добил. Какие-то порталы, кстати говоря. О-о-о-о. А, это просто замкнуло тут все. О-о-о. Нифига себе, там электричеством долбит. Давайте-ка залатаем. Отлично. Успел пройти механический цех. Но надо ли мне сюда? Чё за звуки постоянно? Кругом и везде вообще что-то на стрём меня берут. Так, управление конвейером. Внимание, требуется плановая проверка, но давайте переместимся. Что происходит? Только не говорите, что здесь будут какие-то квестовые логические задачки и так далее. Давайте как-нибудь без них. Так, где моя бомба? Давайте проверим, как она работает. Ну не знаю, сработало, нет. Нарушенная схема нашла. Новая инструкция. Нарушенная схема нашла. Взрывается сильно, слишком. Нарушенная схема нашла новая инструкция. Да уйди от меня, ё-моё. Тут еще этот засранец. Мимики еще вдобавок ко всему. Все подряд на меня напали. Что происходит вообще? Чем я всем так насолил? Не знаю, что-то бомба это не очень понравилось. Ну, хотя, в принципе, так-то можно и справляться. Но, с другой стороны, могло быть и получше. Так, на S у меня там что-то хорошее. Можно пить. Много дешманский вообще. Дешманское лечение. Так, мы переместили, получается, вот этот. Он упал. Ага. Хорошо, набор для ремонта костюма, ух ты. Ну-ка, 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 давайте-ка проверим его сразу же. Вот это тоже непонятно. Восстановлено 79 единиц пси. Что за пси вообще? Я еще так и не понял, где это пси, как оно используется, каким образом. Так, чипы костюма. Недоступных чипов, жаль. Это в бошку вставляются. Состояние. Сытость, повреждения костюма, вот. Ваш костюм блокирует значительно меньше урона, чем обычно. Сытость ускоряет регенерацию здоровья. Мы сыты и так.
Задачи с ними все ясно. Карта. Не нужно. Так, вот здесь как бы это, найти то, что мне нужно. Так, N. Сортировка. Угу. Это что? Аккумуляторы. Баллон. Это мусор пошел всякий разный. Пельмени шанс. Да ладно, печенье спиральки. Ну прям вообще, сколько у меня всякого барахла тут с собой. Кушать это все можно. Экзотический материал для фабрикатора какого-то. Я так и не понял, как костюм восстанавливаться. Восстанавливается. Каким макаром мы это можем делать? Черт его знает, если честно. А вот вообще. Ну 30% всего лишь, это не дело. Надо так-то восстановить. Бежим, бежим, сейчас взорвется. Успел. Разобрал еще одного. Всех накажем. Всех покараем, всех найдем. Мастерская, 47 метров. Я вообще немножко в другую сторону уже поперся. Так-то на самом деле мне надо назад куда-то. Ну интересно же посмотреть, что здесь имеется. Вот, допустим, починить ремонт. Так, ладно, жаль, сломано все. Ах ты, уродина, попала меня все-таки. Еще одна бежит сзади где-то. Я ее слышал. Ладно, бог с ней. Давайте посмотрим. Ух ты, какой вид. На Луну. Мы где-то на орбитальной... Значит, на станции где-то, так, на орбите. Ну, рядом с Луной, в смысле. Но недалеко... Уровень радиации еще имеется здесь. Ничего себе, я не знал. Еще радиация есть. Офигеть. Столько всего необычного. Все, ходить изучать можно прям. Ага. Пришел. Думаешь, я тебя не видел? Видел, только попасть по вам с первого раза очень сложно. И еще где-то шелестят, я их слышу уже. Где-то рядышком. Сквозь тусклое стекло найти пропуск мастерской доктора. Вы найдете его или его останки по списку персонала. Хорошо, понял. Будем искать. Так, мы с обратной стороны этого замкнутого, получается, прибора оказались. Ну и тут же эти лифты. Да, то есть просто с обратной стороны того же помещения, в котором мы уже бывали. А это вообще назад ведет? Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Куда именно? Давайте проверим. Это что, комната, что ли? А, ну точно, пропуск. Ага, он сказал, вы его найдете. Где найдете? Ну-ка еще раз прослушать, давайте. Вы идете? Иду куда? Октавия, вы слышали тревогу? Мы все должны собраться. Слушайте, очень мило, что вы обо мне беспокоитесь. Но тревоги у нас уже бывали. А мне до конца смены нужно починить еще 3 чертовых пылесоса. Пылесос? Ох, уже 4. Кто-то скинул еще один. Эти штуки просто хлам. Это не учение, Октавия. Высылаю код. Пожалуйста, немедленно идите к капсулам. О, код. Высылаешь код? А что так озвучить его вслух нельзя было? Зачем высылать-то? Мне бы его так прям получить. Угу, где же его брать теперь? Так, еще раз, короче, секунду. Давайте смотреть. Алекс отключил сервер из зеркала, не дав мне досмотреть видео январь. Полагает, что файл может восстановить доктора Лоренцо Кальвино, который изобрел эту технологию. Его мастерская находится в аппаратной лаборатории. Так, дополнительно найти доктора Кальвино с терминала службы безопасности аппаратной лаборатории. Найти пропуск в мастерскую доктора Кальвино. Попасть в мастерскую доктора Кальвино, аппаратная лаборатория. Показать на карте, давайте смотреть. Так, мы сейчас стоим здесь. То есть нам надо в атриум зайти и как-то здесь пройти, получается. Вот этот, наверное, он и есть.
Ладно, сейчас, значит, идем прямо как-то каким-то макаром. Хватит эти все звуки. Ну-ка еще раз. А, прямо до упора, потом куда-то налево. Так вот, выйдем ли мы там? В общем, весь вопрос. Так, это получается, что меня сюда, что ли, ведет? Нет, это вообще какой-то у нас отсек странный. Возможно, сюда. Да, точно. Че это за звук? А, он, наверное, реагирует на то, что шумы какие-то посторонние, кто-то пришел сюда как бы. Заткнитесь все тут. Как бы ее вырубить? Давайте мы, может, зайдем внутрь. Выключим. Сволота, ты где? Ну давай, 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 нападай. Убежать уже успела куда-то. Ого, экипаж 26 аж. Мне и сказали, что вы найдете его здесь. Так, давайте запрем. Понадежнее как-то будет. Функции. Давайте смотреть сектор. Так, карта сектора. Не работает управление системой. А, сбросить контрольную точку, открыть камеру хранения. Давайте все сделаем. Возможно, это мне пригодится потом. Так, тут что есть? Экипаж. Ага, вот они все. Аппаратная лаборатория, он сказал. Значит, где-то он здесь должен быть. Ну вот какой-то помеченный один. А, ну это он и есть, что ли, найти? Хорошо, ладно, задача обновлена. Очень странно. Я Кальвина искал на самом деле. Перегруз, очередной перегруз. Давайте что-нибудь сожрем. Ну вот это можно сожрать на самом деле. Так, съесть П. Отлично. И сюда же патрончики. Жаль, что эти патроны не складируются в одно и то же. В одну и ту же ячейку там, допустим. Кучкой такой можно было бы сделать. Это что? Не работает. Как-то полный завал вообще. Кругом все очень плохо. Турель какая-то стоит, которая способна мне сейчас уничтожить, наверное, в два счета. Смотрите, как только сюда выходим, появляется надпись турели. Здесь турель, ну-ка, ну-ка. Во! Сволота такая, не успел. Да турель-то зачем бьешь? Взял, сломал нечаянно, блин, не туда бил. Вон он, стол, он под стол зашифровался, я тебя вижу. Козлина такой-то. Ах. Опять скрылся. Ты че такой быстрый? Сволота ты такая. Взял турель, поломал. Очень жаль, но ладно. Начинаешь просто махать во все подряд. Ну, естественно, он ранит. Так, хоуп какой-то. Давайте откатим его, может быть, за ним что-нибудь имеется. Не тут-то было. А ты че шевелишься, падла? Пошел отсюда. Это обычный баг, оказывается. Я уже во всем вижу угрозу. Это что? Задержка демонстрации. Хоуп, ну мы это видели. Так, ты моя последняя надежда. Ну, слушай, я отправил Лоренса в демонстрационный зал. Мы тоже это читали, мы это все видели. Очень странно, какие-то одни и те же сообщения. А, ну так мы отсюда и вышли. Я уже успел запутаться в этом всем. Так, нам надо развернуться назад и отсюда подойти. Терминал службы безопасности. Еще там что-то надо сделать. Я вроде бы там уже все и так нашел. Давайте еще раз смотреть, что здесь есть. Так, давайте прям пробежимся по всем пунктикам. Ага, то есть получается, как бы мы должны все зеленые вот эти вот проверить. Но точно они помечаются. Все ясно.
все, что от меня хотят. Я все успел пролистнуть здесь, не помню. Это лифты. Прикольно. Так, одна тварь здесь у нас где-то бегает. Я прям следом за ней пошел. Зачем-то. Фантом. Еще и фантом здесь. Замечательно. Еще этого не хватало. Так, что у нас имеется? Сгоревшая плата и запчасти. Запчасти, наверное, интереснее будет, чем кожура от банана. Отлично. Привет, это Лэнгли. У вас ничего странного не происходит? Нет, например. Только без паники. В чем дело, Лэнгли? Пока не знаю. Тут шастает охрана. А значит, у вас все еще работают? Наверное, не знаю. Я провела весь день в лаборатории. Погодите, сейчас посмотрю, я не... Запрос нового... Что это было? О боже, мы только что лишились двух лабораторий. Что? Мне нужно идти. Трасса пирамида 490 готов. Не забейте проем. У меня есть теперь личный медик. Диагностируем ушибы, ссадины, усталость. Извиняюсь. Ничего смертельного. Я скоро поставлю вас на ноги. Вот. Так он точно лечит прям. Заполнить анкету можно на стойке администратора. Неплохо. Простите. Да подожди, простите, дай мне пройти, мне вот сюда надо. Это служебный люк. Куда ведет, давайте проверим. Ага, здесь эти твари еще вдобавок ко всему. Уползла, спряталась. Сейчас только пойдешь в эту сторону, он тебе со спины как даст. По башке обязательно же. Они любят так делать. Что за звуки? Сгоревшая шахта? В смысле? А, сгоревшая плата, недостаточно места. Ладно, мне это пока что не нужно. Здесь где-то эта гадина ползает. С какой-то стороны. Не знаю, зачем я здесь лазаю по этим всем местам. Есть. Опять эти звуки отвратительные. Ну, кстати, она мне не... Ух ты, урод! Изношенный провод. Давайте возьмем. Создадим что-нибудь. Они хорошо складываются в один и тот же отсек. Такие у меня уже имеются, значит. Так, в этот раз где мы оказались, с какой стороны? Ага, так я здесь уже был, только по низу ходил. 25 метров куда-то туда показывает. Так, каким образом я буду спрыгивать? Вот в чем весь вопрос. Чтоб не разбиться-то. Труп, мимик, не нужен. Не нужен, пускай остается. Я слышал тебя, гад. Я знал, что ты здесь. И все равно он меня успел один раз ударить. Вот же сволота такая. Спасибо за просмотр, надеюсь, вам понравилось это видео. Если же так, можете меня поддержать, поставив палец вверх. Можете также написать какой-нибудь комментарий и подпишитесь на канал, а также вступайте в группу ВКонтакте, если вы еще этого не сделали. А с вами был Дэнни Марс и до новых встреч!